Дмитрий, ну вот я вас весь вечер не беспокоил. Хотел, чтобы вы хорошо посмотрели на наше нижнекамское шоу. Ну и вот сейчас ваши впечатления. Яркий. Давайте, знаете как, просто многие же не знают. Я-то знаю, кто вы, а люди не знают. Давайте мы просто скажем, кто вы. Исполнительный директор WFKO. WFKO – это международная профессиональная организация по кикбоксингу. А мы проводим турниры в России, в странах зарубежья, ближнего и дальнего зарубежья. Недавно я приехал с турнир с третьего чемпионата южноафриканского, который проходил 5 ноября на нашем YouTube-канале WFKO Pro. WFKO Online вы можете посмотреть полнометражный фильм или отдельно бои. Очень красочные бои проходили в Суздале. Участники приезжали из Японии, ЮАР, России. Также турниры проходили в Иране. Татарстан нам очень интересен на сегодняшний день. Видим подрастающее поколение, видим интересных бойцов. И я думаю, мы сможем сделать некую какую-то коллаборацию. Такое популярное сегодня слово. Да, согласен. Как вам сегодняшний фестиваль? Я на многих фестивалях был и, знаете... Вот я еще не посчитал, но, по-моему, сегодня рекорд по нокаутам. Мне кажется, с вами это связано как-то. Навряд ли со мной это связано. Это связано с вашей подготовкой. Но нокауты действительно были. И один прям такой очень нокаут прям был. Мне понравилась реакция публики. Реакция публики прям, как скажу, вот мои впечатления, я как будто в Испании побывал. Испанцы очень горячие. И я смотрю, прям нижнекамск горячо поддерживает своих бойцов, участвует. Эмоционально прям в этом движении. Яркие впечатления. Понравилось оформление, понравилась культурная программа, освещение хорошее, фокус хороший на съемку. И я думаю, вам надо, это мое впечатление, делать из этого хороший видеоконтент. Вот я как раз этим и занимаюсь сейчас. Отлично. Может нижнекамск рассчитывать на коллаборацию с вами, ну, скажем там, в ближайшее время? Это процесс переговоров. Мы как раз этим занимаемся сейчас. То есть ждем? Я думаю, да. Но вы в восторге? Ну, понравилось мне, все понравилось. Хотелось бы продолжить взаимоотношения. Это радостная новость. Спасибо. Спасибо вам огромное. Все сегодня понравилось, потому что молодежь не подкачала, скажем так. Показали яркие, так хорошие дальше. Бои, проявили дух, волю к победе, технику где-то там. Какие-то бои завершили совершенно неожиданно, какие-то бои ожидаемо, но также, не тем не менее, там красиво. ВФКО. Обязательно. Понравилось. Тебе инсайдерская информация, ВФКО, все понравилось. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. На этом все, в принципе. 16-й Всем фестиваль. И до свидания. 16-й фестиваль подошел официально к концу. Мы с вами прощаемся. Пока.